Пожар на территории арсенала в Балаклее ликвидировали. Об этом сегодня отчитались в Минобороны. Как сообщил пресс-секретарь оперативного пресс-центра Виталий Саранцев, очагов тления и горения уже нет. Последний взрыв зафиксировали в 5 утра. Сейчас на полигоне дежурят военные, пожарные машины спасателей, военная спецтехника, пешие патрули. Я напомню, 3 мая на так называемой технической территории 65-го арсенала стали раздаваться взрывы. Людей, которые живут рядом с полигоном, эвакуировали. Мощные взрывы были слышны весь день, но за пределы арсенала осколки не вылетали и никто не пострадал.